Приветствую вас на канале «Мы в мире», и сегодня хочу вам показать самокаты Explorer, которые на практике проверены, очень качественные, надежные, длинная усиленная рама, максимальная высота 1 метр, полиуретановые литые колеса, легкая долговечная система складывания, хромированные подшипники. Если мы откроем, ну я уже в рюкзаке их поскладывал, собрал. В комплекте идут ключи для сборки и настройки. Вот их два на каждый самокат. Ну, такие вот шестигранные ключи. Легко переносить в рюкзаках. Буквально несколько движений. Собираем руль до щелчка. Рама. Так. Фиксируем. Руль вытаскиваем. Все. Самокат готов к использованию. И второй самокат тоже для дочки попробуем. Тоже усиленная рама. Ну, просто габариты поменьше. Собирается руль, открывается, фиксируется руль. Все, самокаты готовы к работе. Так что очень просто, элементарно, и выдерживает каждый самокат до 150 килограмм веса, поэтому мы даже вот на большом самокате с сыном, сын 40 килограмм, я 80, 120 килограмм по парку рассекали. Ну, давайте посмотрим на практике, как можно кататься на двух самокатах. Ну что ж, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И следующим летом мы снова покатаемся и заснимем это все. Пока! Подпишись на канал, лайк там, напиши комментарий, расскажи друзьям.